прямо сейчас. Прямо сейчас меня слышно и видно. А если вы меня слышите и видите, хорошо. Ни в коем случае не пишите в ту комнату, на которую мы всех перенаправили. Ни в коем случае сейчас туда не пишите. Я подозреваю, что нас действительно просто досят. И если, ну, сейчас, то я так понимаю, что перекинули атаку туда. То есть я сейчас пробовал, вот перед тем, как дать вам ссылку, я пробовал с другой комнаты открыть эфир, все прекрасно получилось. Стоило мне скинуть ссылку в этот чат, все просто. Обрубилось все, я даже с админской ссылки не могу попасть в эту комнату. Вот, поэтому вот, такое веселье у нас с вами происходит. Друзья, остальные, вот у нас сейчас 360 человек в эфире. Я не знаю, все ли сейчас на связи. Напишите, нормально ли вам меня слышно и видно по шкале от 1 до 10. По шкале от 1 до 10, чат разблокирован. По шкале от 1 до 10, насколько хорошо меня слышно и видно. Напишите сейчас в чат. Как раз проверим задержку. Ой, какой сегодня у нас веселый день, веселый вебинар. Я так подозреваю, что у нас вот эти вот числа, которые сейчас полетели, это опять же уже, возможно, DOS-атака. Но я вам сразу скажу, те, кто этим занимается, ребят, вы не добьетесь ничего совершенно. Да что такое? Так, чат не надо блокировать. Все, чат должен быть открыт. Есть, да? Отлично. Ну, наконец-то, блин. Все, закрываем, значит, ту комнату. Вы не представляете себе просто, что за бардак происходит. Это можно, ну, действительно сойти с ума. Я запускаю эту комнату, я все тестирую, все замечательно. Стоит только начать вебинар, все, понеслась билиберда, комната не запускается, я не могу говорить, я не могу совершенно ни слова, ни единого вам произнести. Эфир не запускается. Я думаю, так, форс-мажор, хорошо, значит, нужно что-то срочно придумать. Беру, активирую другую комнату на там еще большее количество мест. Проверяю эту комнату, все работает хорошо. Только я даю ссылку сюда, и все, опять все обрубается. Все, да, теперь все хорошо. Ну и все. Ну и все. Давайте вместе дружно покажем средние пальцы тем, кто пытался сорвать наш вебинар. Так что, ребята, ну вы можете пойти погулять. И сколько бы вы ни пытались гадить в комментариях, писать какие-то статьи негативные про JMMG или пытаться сорвать вебинар, ни хрена у вас не получится. Поэтому займитесь чем-нибудь полезным. Может, хоть поумнеете. Окей. Ну что, будем начинать. Напишите от 1 до 10, как у вас настроение прямо сейчас. От 1 до 10, как у вас настроение прямо сейчас. Я вижу, что у нас в комнате прямо сейчас более 500 человек. Более 500 человек. Это здорово. Я знаю, что 400 из вас, это те ребята, которые находятся в промо-листе. Это те люди, которые пришли выиграть приз, да? Это те люди, которые пришли выиграть приз. Кстати, сразу говорю, у нас осталось всего 60 мест. Кому не хватит, извиняйте, посмотрите в записи. Кому не хватит, извиняйте, посмотрите в записи, окей? Окей. Итак, по нашей с вами традиции, мы сегодня, во-первых, осветим все последние нововведения, что мы сделали за первые две недели 2019 года. Что мы планируем до конца этого месяца и в начале февраля, и что на более такое перспективное время, то есть на начало года в целом. Сегодня вас ждет много сюрпризов, я сразу скажу, есть что-то новенькое, то, что уже будет сегодня запущено, есть что-то очень интересное для вас, и это, я уверен, не оставит никого равнодушным. Помимо этого, естественно, вас ждет сегодня лотерея с призами на сумму более 20 тысяч долларов, генератор случайных чисел у меня уже готов, и участников у нас ровно 400 человек. Ровно 400 человек, которые с 12 декабря открыли пакеты ПРО в инвестиционном направлении,
и заморозили за собой участие, застолбили за собой участие в данной лотерее. В данной лотерее. Так, видно, слышно, всем отлично. На экране не видно. Ребята, если что-то вам не видно, что-то вам не слышно, не отчаивайтесь. Вы сможете посмотреть все это в записи. Не переживайте. Итак, первое. Как я уже вам говорил, мы начинаем с последних нововведений. Сайт Good for People. Напишите, пожалуйста, пятерки в чат те люди, которые ждут жилищную программу и уже хотят в ней участвовать. Кто хочет беспроцентную рассрочку на приобретение жилья? Напишите пятерку в чат. Кто хочет беспроцентную рассрочку на приобретение жилья? Кто уже готов в этом участвовать? Кто этого ждал? Специально для вас, друзья мои, завтра, то есть 16.01, запускается регистрация. Регистрация в жилищную программу. Именно уже на сайте Good for People, где вы сможете уже сделать первый шаг на пути к собственной недвижимости. Это произойдет завтра. Поэтому все люди, которые еще не добавлены в чат по жилищной программе, кто еще не добавлен в чат по жилищной программе, я в конце вебинара, напомните мне, пожалуйста, я в конце вебинара я вам дам ссылку на чат, либо контакты человека, через которого можно добавиться, и все это у вас будет. Кстати, вот, Виктор, я попрошу сейчас написать Валентине и взять у нее ссылку на WhatsApp-чат, в котором у нас как раз по жилищной программе. То есть в конце, чтобы ты ее сбросил. Окей? Виктор, принято? Да, чат есть. По жилищной программе есть чат. Да. Окей. Дальше. До конца месяца мы организуем также автопрограмму. То есть до конца января вы уже сможете также подать первые заявки на участие в автопрограмме. У нас будет новая программа благотворительности и программа краудфандинга. Что вот это такое? То есть, ну понятно, уже с жилищной автопрограммой вы образно знакомы. Что вот это такое? Благотворительность и краудфандинг. Здесь каждый человек сможет подавать заявки на проведение благотворительных акций и стартапы бизнеса. То есть, например, у вас есть бизнес-идея или предложение благотворительной акции. Здесь вы сможете подать эту идею. Здесь будет очень крутой маркетинг, который будет позволять людям зарабатывать и при этом своими лайками, которые будут символизировать реальные деньги, помогать реализации чьих-то проектов. Чтобы у вас было полное понимание, отдельно было записано профессиональное студийное видео с графикой по авто и жилищной программе, первое видео. То есть полностью о том, графика, вот как у нас на главной странице ролики, то же самое про авто и жилищную программу. Видео с графикой, профессиональное, студийное, как это должно быть. То же самое записано по благотворительности и краудфандингу. То есть также одно видео. Все это будет опубликовано уже до конца месяца. То есть уже записано, уже ведутся работы над графикой прямо сейчас. Понятно, да? Кто принял, кому понятна вот эта информация, поставьте, пожалуйста, плюс чат. Плюс чат. Есть, да? Супер. Продолжаем. Теперь у меня вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат цифру 7. Те люди, которые уже в восторге от цифр, которые приносят инвестиции в Доброкоине. Кто в восторге от того, сколько денег можно зарабатывать, инвестируя в Доброкоине? Кто уже прочувствовал это на себе, там, вышел в сумасшедший плюс, там, заработал деньги, которые позволили забыть про кредиты, долги и какую-то несчастную, вот, бедную жизнь? У кого уже такое? У кого уже такое? Супер. Это круто, что здесь так много успешных людей. Я рад. Я этому искренне рад. Так вот,
все знают, что у нас инвестиции на сегодня работают по трем валютам. То есть это доллар, евро и доброкоин. Я хочу вам сообщить об обновлении инвестиционного направления. Отныне GMMG Invest Group будет называться GMMG Crypto Investment. Было принято решение, что отныне это только фонд нашей криптовалюты. То есть с сегодняшнего дня депозиты в долларах и евро открыть будет нельзя. С сегодняшнего дня можно будет открывать депозиты только в ДБР. Объясняю, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы мы максимально популяризировали нашу криптовалюту. Естественно, вы уже убедились в том, что доходность... Ну, кто уже, кстати, давайте так. Кто уже убедился в том, что инвестировать в Доброкоин намного выгоднее, чем просто в доллар или в евро? Поставьте 5 в чат. Пятерку в чат, кто уже в этом убедился? Что инвестировать в Доброкоин в разы выгоднее, чем просто в долларах или в евро? Есть, да? Принято. Но при этом, смотрите, мы добавим, помимо того, что Доброкоин вы можете купить и продать за доллар, мы на бирже добавим евро. Мы на бирже добавим валютные пары с биткоином, эфиром, риплом. То есть таким образом мы уже начинаем активную работу на крипторынке. Понятно, да? Что мы сейчас делаем? То есть вместо того, чтобы сейчас просто оставлять это какой-то условной единицей, мы начинаем выводить эту валюту на действительно серьезный уровень. Сейчас я вам дальше буду это все объяснять, как это будет работать. Первым этапом нам с вами нужно разобрать позиционирование. Самое главное, сейчас запишите себе это. Позиционирование. То есть как позиционировать вот этот вариант? Для того, чтобы у нас с вами была возможность как-то позиционировать, мы должны знать отличия. Да? Мы должны знать рынок и понимать, чем наше предложение отличается от остального. Для этого мы с вами сравним ICO обычное, да? Например. Мы с вами сравним инвестиционные компании. И мы с вами сравним ДБР. То есть это те факты, которыми вы сможете оперировать. На что вам стоит отталкиваться? Так, а старые вклады в долларах, те же условия останутся? Старые вклады, да, они дорабатывают как по прежним условиям. Единственное, что у людей, которые захотят перевести эти вклады, будет возможность переключиться на Доброкоин после повышения цены. То есть те люди, которые захотят перевести вклады в Доброкоин, это не принудительно, это не обязательно. Вы сможете переключить вклады Доброкоин сразу после повышения цены до 4 центов. Чуть позже я скажу конкретную дату, когда это будет. Понятно, да? То есть вы можете оставить это в долларах или евро, если вам так интересно. Но если вы хотите зарабатывать в разы больше, то вы можете переключить в Доброкоин. Ну, если вы мазохист, ничего страшного. Получайте в долларах или евро. Так, матрицы тоже в ДБР в будущем будут, Екатерина спрашивает. Екатерина, у нас матрицы — это как бы отдельное направление, и оно работает на массе валют. То есть это и доллар, и евро, и Доброкоин, и Ripple, и эфир, и биткоин. То есть мы не планируем оттуда убирать валюты, потому что на некоторых площадках люди уже вот на некоторых валютах достигли серьезных результатов. И нечестно по отношению к ним будет убирать эти валюты. Поэтому в матрицы мы не лезем. То есть там все остается так, как есть. Может быть, мы даже что-то дополним со временем. Но на сегодня именно убирать оттуда ничего абсолютно. Понятно, да? Есть. Отлично. Так. Поехали. Да, запись будет. Запись будет обязательно. Что касается ICO. Как они работают? Они сначала собирают с людей деньги. Да, то есть они говорят, что вот мы такая перспективная компания. Кстати, чтобы вы понимали, за 2018 год и там половину 2017 процентов 95-97 ICO было скамом.
То есть те монеты, которые говорили, вот мы сейчас зайдем, устроим переворот, мы убийца биткоина, у нас супер разработки, они собирали деньги, просто исчезали. То есть сначала деньги, потом когда-нибудь, там через какое-то время, какой-то результат. Да? То есть у нас будут перспективы роста, так далее, так далее. Инвестиционные компании, фиксированный процент, который, ну, сколько там? Давайте по стандарту 30% в месяц. Также Доброкоин. Что мы имеем здесь? У нас гарантированный, запланированный маркетинг-план. То есть повышение цены будет по-любому, так как ее контролируем мы. Ни одна инстанция, ни один спекулянт, ни вообще что бы то ни было еще, не может нам помешать в росте. Потому что мы контролируем цену, пока мы являемся токеном. И никто не может сделать иначе. Понятно, да? То есть цену контролируем мы. Значит, мы на самом старте, вот отличие от ICO, мы на самом старте уже людям даем деньги, понимаете? У нас люди на первом этапе уже зарабатывают. То есть, когда мы еще не вышли на ICO, люди уже заработали больше, чем вложили, значительно. Особенно те, кто по одному центу повходили. Понимаете, это первое отличие от ICO стартовое. Второй момент. По процентовке, если мы сравниваем с этим. Кто знает, сколько на максимальном вкладе, если мы берем 30% в месяц в доброкоинах, сколько вы получите, ну, приблизительно при умножении за год. То есть, если вы, например, инвестируете в доброкоине и год не будете трогать свои деньги, сколько вы за год процентов получите? Есть у вас примерное понимание этого? Вот напишите в чат, сколько процентов за год вы получите. Очень много, в три раза, вот 256%, 90 раз, 2000. Вот более 2000, это около 2400%. Если вы откроете депозит в ДБР и ничего не будете выводить. Вы понимаете, что это такое? В 24 раза, x24 за год. И это не может быть, получится, а это точно будет. Цена 100% будет вот такой, понимаете? Вы понимаете, в чем разница здесь? И смотрите дальше. Что делает ICO? На стартовом этапе, пока люди не зарабатывают, все деньги полностью хранятся у них. Да? То есть все деньги хранятся у владельцев этого ICO. Если вдруг от вас дальше ничего не зависит, понимаете? То есть от вас реально, да, а дальше совершенно ничего не зависит. Все зависит только от основателей. Все деньги у них. 95-97% людей просто скрылось с этими деньгами и все. Все. Вы тех 3-5%, которым повезло, и вы попали куда надо. И многие из вас, уже большинство, наверное, реально заработали очень серьезные деньги. Понимаете, да? Здесь. Уже стыдно сравнивать. То есть та доходность, которая здесь у людей, это совершенно не конкурентоспособные цифры с нами. Вообще. При этом многие компании, которые говорили о том, что они даже платят там фиксированный какой-то небольшой процент, они уже давным-давно сдулись, мы продолжаем делать людям сумасшедший процент. Понимаете разницу? Здесь у нас с вами сначала, когда приходят деньги, когда вот только, например, первые токены были распроданы, все покупалось у компании, да? На последующих этапах люди, которые уже увидели результаты и хотят инвестировать сейчас, они покупают эти токены в первую очередь у вас. Мы сделали так, чтобы сначала покупали у вас, у тех, кто хочет продать, у тех, кому деньги нужны на повседневные нужды. Понимаете? А только потом, когда выкуплено все подчистую, вот тогда мы продаем еще свои. Понимаете, да, суть?
То есть таким образом наша основная задача – это чтобы у партнеров всегда были деньги. Понимаете? Это чтобы у партнеров всегда были деньги. Чтобы вы не ждали полгода или год до того момента, когда у вас там может быть что-нибудь появится. А чтобы вы в любой момент могли вывести себе денег на необходимые нужды. И самое интересное, смотрите, вот здесь, например, что будет, если у ICO кончится финансирование? Что будет? Напишите в чат, пожалуйста. Что будет, если у ICO кончится финансирование? То есть вот была монета, в нее финансировали деньги, они что-то разрабатывали, и тут раз, все. Ну, перестали вкладывать. Скам. Закрылось. 99 инвестиционных компаний. 99% инвестиционных компаний, которые есть на рынке. То же самое, правда? Согласны же? У нас все распределено совершенно по-другому. Вот эти все валюты, компании, они, знаете, почему теряют финансирование? Какие у вас предположения, почему это все теряет финансирование? Напишите, пожалуйста, в чат. Почему эти компании теряют финансирование? Что? Нет продуктов, пирамида, поток людей, нет продукта, спроса. Спроса нет. Нет спроса. Кто уже знает, что на сегодня, например, в Якутске вы можете купить абонемент в зал или в салон красоты, или даже продукты за Доброкоин? Кто бы там знал, поставьте плюсы в чат. Кто не знал, поставьте минус. Спрос. Весь вопрос в спросе. Все, все просто завязано на спросе. Ну, востребованность, да? Спрос, востребованность. Не знали? Знайте. Эти ребята уже сами это запустили. Дальше у меня еще будут новости по этому поводу, и вас это реально приятно удивит. Так вот, подумайте. Когда у вас, например, есть возможность свои все повседневные нужды, спортзал, продукты, какие-либо тренировки, там, я не знаю, путешествия, да вообще что бы то ни было, оплачивать за валюту, которой у вас много, которую вы зарабатываете в больших количествах, вы будете сначала это переводить на какую-то другую валюту, а потом еще как-то, чтобы оплатить, или вы сразу Доброкоином оплатите? Напишите в чат. То есть будете ли вы что-то там переводить, конвертировать, или если у вас есть возможность, вы сразу напрямую оплатите и все, не будете париться. Спрос. Спрос. Понимаете? Дальше я вам расскажу такую фишку, что у вас волосы встанут дыбом, и не только на голове. Я предупредил. Слабонервным и тем, кто падает от слова попа в обморок, лучше отойти от экранов. Окей? Конечно, напрямую. Так вот. Чем контролируется наша надежность? Здесь надежность в принципе не контролируется. То есть здесь вам сразу пишут, что если что-то пойдет не так, извините, мы старались. Здесь то же самое. То есть надежности не существует. Надежности не существует. Если что-то пойдет не по плану, ребят, извините, мы старались. Всего доброго. Что делаем мы? Есть предположение, что делаем мы? В нашем инвестиционном направлении на сегодня задействован только токен. Изначально токена выпущено вот по курсу 1 цент на 10 миллиардов долларов. По курсу 1 цент. Наша конечная с вами цель, я думаю, вы помните, это 10 долларов 24 цента. То есть, я думаю, вы понимаете, какая это будет сумма. Интерес в том,
что на протяжении всего этого этапа, а это 2 года, вы помните, да, ну плюс-минус, то есть за этот год, вот за, да, до следующего января мы вырастем до 64 центов. 64 цента будет в следующем январе 2020 года. За это время мы сделаем так, что реально каждый человек уже будет что-то продавать и покупать за Доброкоин по всему миру. Понимаете? Основная цель. И самое интересное сейчас заключается в том, что все, что мы выплачиваем, это токен, которого у нас много. То есть, по сути, мы не рискуем ничем. Токен не кончится. Понимаете? Рисков здесь нет. Какой здесь риск? Напишите в чат. Какой здесь единственный риск? Что может быть не так? Вот что может пойти не так, чтобы у нас были проблемы? На ваше мнение. Поехали. Давайте включаемся в процесс. Что может быть не так? Вот что может случиться такого, что у нас возникнут проблемы? У нас достаточно токена, чтобы выплачивать хоть 10 лет. Спрос. Да. Опять же, мы возвращаемся к этому. Мы возвращаемся к спросу. А теперь смотрите. Идеальная точечка, которую вы должны понимать. Вернемся к первому пункту. 2400% за один год. Вы найдете хотя бы одного человека, хотя бы одного, который откажется приумножить деньги под такие проценты? Напишите в чат. Найдете? Хотя бы одного. Кто откажется под такие деньги приумножить? При этом, что понимая, что это надежно. При этом понимая, что это надежно. Найдете вы такого хотя бы одного? При этом, когда вы покажете, что за эту валюту уже продаются и покупаются товары, при этом вы покажете, какое количество людей, по какому количеству стран этим пользуются, при этом вы покажете, сколько вы лично уже денег заработали на предыдущих удвоениях курса, найдете вы хоть одного, кто откажется? Пессимистов много, пишет Бальжет. Конечно, их много. Но только когда эти пессимисты видят, как ты приезжаешь домой на новом Мерседесе, у пессимистов сразу возникает вопрос: сука, а где же он его взял-то, а? Пойду спрошу. Так же пессимисты думают потом. Конечно. Понимаете вот эту вещь. Если бы мы не выходили на землю, спроса бы такого не было. Мы выходим на землю. Это самое главное. Ни одна криптовалюта еще на сегодня не интегрирована настолько в жизнь. Настолько, чтобы ты мог расплачиваться ей повсеместно. Да, где-то в каких-то заведениях принимают биткоин. Но с понижением курса, вы сами знаете, многие заведения просто отказались от этого. А наш курс постоянно растет. Запланировано и точно. Вот и вопрос. Куда пойдет рынок? Как вы думаете, куда пойдет рынок? Если мы с вами объединим все вместе усилия и покажем этому рынку, что у нас есть. Куда он пойдет? Туда, где все непонятно и завтра может в любой момент развернуться и рухнуть к чертям? Или они пойдут сюда, где все точно? Интеграция будет не быстро. Но это не один месяц, естественно. Просто мне важно, чтобы каждый из вас понимал отличия. И что у нас по итогу получается? У нас есть сейчас финансирование достаточное. И у нас есть достаточное количество времени до цены в $10.24. 2 года. Больше, наверное, даже немножко, чем 2 года. Вы представляете, да, что это такое? Достаточное финансирование и более 2 лет времени. За это время вы понимаете, сколько разработок можно сделать с нашими темпами?
Есть понимание примерно? Поставьте плюс, у кого есть понимание, сколько разработок мы за это время сделаем. Исходя из того, как мы работаем, вы знаете, как мы работаем, вы знаете, сколько мы внедряем, вы знаете, сколько мы постоянно чего-то придумываем. И, кстати, сегодня вас тоже ждут новости. Вы понимаете, сколько мы сделаем за 2 года? Вы понимаете, сколько за это время станет миллионеров? Людей, которые даже зашли с небольших сумм когда-то раньше, сколько на этой отметке будет людей-миллионеров? Понимаете, да? А теперь конечная точка. Сейчас уловите суть. Мы доходим до вот этой цены. К этой цене такие проценты уже уйдут. Мы наберем капитализацию просто сумасшедшую. У нас будет огромное количество пользователей. Огромное. Но при этом большей частью токена будем владеть мы. То есть как основной регулятор цены все равно. И отсюда мы уже сами посмотрим, надо нам будет на внешний рынок, мы пойдем на внешний рынок. Не надо нам будет на внешний рынок, мы пропишем свой блокчейн полностью к этому времени, свои разработки, и будем в стороне от них работать вообще. То есть мы посмотрим, как нам это надо будет. Но в этот момент мы сделаем следующее. Так как у нас это все будет уже интегрировано с наземным сектором, и работать это все будет как циркуляция постоянно. То есть у нас будет ряд продуктов, которые опять же будут приносить нам обратно эти доброкоины. То есть, например, возьмем сайт SBR, который формата Авито. Все знают, что на Авито, например, есть платные услуги. Сайт Авито зарабатывает сумасшедшие деньги на этом. Представьте, сколько доброкоинов мы будем зарабатывать за размещение премиум объявлений. Просто один из примеров. Тот же магазин, те же какие-то программы, нововведения и так далее. Все это будет циркулировать токенами. В этот момент, рассчитав примерную циркуляцию, то есть сколько мы зарабатываем, исходя из общего потока, мы выведем процент. Мы выведем процент, который можно отдавать людям. То есть, что это такое? Люди смогут продолжать открывать депозиты, цены именно в росте, я не знаю, может мы ее просто остановим, но будет просто фиксированный процент, который мы реально можем давать, исходя из циркуляции нашей валюты. Вот и все. И вот это уже не разрушить вообще никак. Физически невозможно это разрушить. То есть основная наша сегодняшняя цель – это дойти сюда. И сделать так, чтобы здесь была максимальная циркуляция с землей. Понимаете мысль? Вы понимаете, к чему я хочу привести холдинг? Есть понимание, что мы делаем? Просто сегодня я хотел для вас вот реально полностью все раскрыть, чтобы вы понимали масштабы. И это только токен, ребята. Это только токен. Это не считая всего остального. Дальше. Смотрите, наша цель $10.24. У нас с вами есть один большой корабль. Напишите сейчас в чат, вам комфортно на этом корабле? Вы хорошо на нем зарабатываете? Вы чувствуете себя уверенными в завтрашнем дне? Да или нет? Вот на этом огромном корабле, который называется GMMG, вы чувствуете себя хорошо и уверенно? Да. Я сейчас подведу к тому вопросу, который задают многие люди. Я решил сегодня провести вебинар, знаете, не в формате там, вай, давайте вот все кричать, как у нас все здорово, давайте вот сейчас всех поздравлять. Нет, я вам сегодня раскрываю полностью карты. Естественно, я вам не рассказываю всех планов, потому что что-то еще непонятно будет или не будет, над чем-то мы еще работаем, что-то еще не утверждено и так далее. Но по основным направлениям я вам раскрываю все полностью, чтобы у вас была полная ясность того, что мы делаем и куда мы идем. Так вот, в чем...
ублюдку. И это спрашивает, а что будет, если, например, вот в момент повышения курса сразу так, все токены возьмут и начнут продавать? Кого интересует этот вопрос, поставьте плюс в чат. Кого интересует этот вопрос, поставьте плюс в чат. То есть, а что будет, если вот, например, сейчас произойдет повышение курса, все свои токены соберут и начнут вот резко продавать? Я вам объясняю, что это будет. По повышенной цене, при всем желании, компания это все выкупить не сможет физически. Да? Почему? Да потому что это в два раза больше, чем было. И при том, что часть куплена не у нас, а у действующих партнеров. То есть, что делают люди таким образом, если они поступают так? Они начинают делать вот так. Оп, 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 хоп. Ну и так далее. Кому-то достается частичка буквы G, кому-то буквы M, кому-то что-то еще. И получается вот такая вот штука. И вот эти вот штуки начинают просто поодиночке расплываться куда-то. Люди на вот этих вот маленьких штучках. Как вы думаете, у вот этих людей дальше, ну, так же будет уверенно и спокойно внутри, как в GMMG? Как вы думаете, у вот этих людей, которые вот так сделают, у них так же будет? Они будут иметь спокойствие и уверенность в завтрашнем дне? При желании, да, если делать гадости, то есть, ну, если просто думать только о себе, ни один бизнес не сможет развиваться нормально, понимаете? Если думать только о себе. Если думать только о том, как побыстрее набить свой карман, вот побольше, 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 все, что можно, побыстрее в карман. Вот если думать об этом, тогда ни одна глобальная идея в свет не выйдет. Понимаете? Чего-то по-настоящему глобального, уникального, совершенного можно достичь только вместе, только целостно, только всей командой. Естественно, вот я прямо отвечаю на ваш вопрос. Если все люди, например, начнут вот так делать, то эти токены будут просто висеть на бирже до тех пор, пока их кто-то не купит. Да, то есть открыто. Они будут висеть на бирже до тех пор, пока их кто-то не купит. И здесь два варианта. Либо мы с вами повышаем спрос на максимум, либо мы делаем с вами, чтобы не было вот так. То есть, что это значит? В момент, особенно когда идет повышение курса, можно просто не заваливать биржу заявками на продажу. Можно просто часть оставлять на дальнейший рост, да, а необходимую на жизнь часть выводить. Чтобы покупать еду, гасить кредиты, покупать, не знаю, там машины, что-то еще. Вы можете выводить, да, например, то, что нужно на повседневные нужды вам. Остальное оставлять. Это как вариант. Либо мы просто будем повышать конкретно спрос, над чем я работаю регулярно. Я думаю, вы знаете, сколько я делаю для того, чтобы подключались разные страны, регионы, города, сколько я летаю, сколько провожу мероприятий для вас. Офисы, и тогда оплачиваю офисы из своего кармана, я делаю от себя максимум. Понимаете, да? То есть я не называю вас вообще продавать в коем случае. Делайте так, чтобы вам хватало, но вы жадничаете. Вот что вопрос. Если люди начнут жадничать, если каждый вот из 60, представьте, вот здесь 60 тысяч клеточек сейчас, и каждая из этих 60 тысяч клеточек начнет тянуть в разные стороны, что будет с холдингом тогда? Что будет с холдингом тогда? Не все зависит здесь от меня. Вы играете огромную роль, понимаете? Очень важно к одной цели, чтобы у каждого партнера была финансовая независимость, чтобы он был счастлив, имел жилье, автомобиль и все ему необходимое. Мы все идем именно к этому. Так давайте идти вместе. И вот это ответ на ваш вопрос. Понимаете, о чем речь?
Не надо собирать кучу, чтобы сразу при повышении побыстрее набить себе карман. Объясняйте это людям. Если все будут выводить достаточное количество, просто достаточное себе количество, эта система может работать вечно. Понимаете? И привлекать с каждым днем все больше и больше людей по геометрической прогрессии. Потому что от таких процентов никто не откажется. Если мы будем правильно нести эту идеологию. Кто понимает, о чем я? Поставьте пятерку в чат. У тебя хоть остается время на сон? Иногда. Но я ложусь в 10, примерно в 11 вечера, просыпаюсь в 5.30 каждый день. Теперь у вас есть это понимание. Я прошу вас делиться им с другими людьми, со всеми партнерами холдинга. Не наезжать на тех, кто так не делает, не надо. Просто заразите их своим позитивом. Заразите их вот своим семейным отношением друг к другу. Я говорил, мы с вами не просто холдинг, мы с вами действительно семья. Я так чувствую. Я не знаю, чувствуете ли вы так, но я точно. И я отношусь к вам как к семье, я даю вам самое лучшее. С самыми лучшими условиями. Я, правда, очень много работаю на то, чтобы каждый из вас имел максимум в своей жизни. Поэтому я надеюсь, что это взаимно. И знаете, вот я здесь хочу небольшой итог подвести именно по вообще GMMG в целом. Мне часто задают вопрос, вот особенно разные тролли, там, скептики и так далее. Они пишут, я думаю, вот поставьте пятерку, кому тоже пишут такие вопросы. А что вы будете делать, если GMMG закроется? Или у него будут проблемы какие-то? Что вы будете делать? Кому пишут такие вопросы? Вот мне часто такие вопросы в Инстаграм приходят. Один случай, забавно был, человек один написал. А я сидел у мамы в гостях как раз. Я говорю, мам, скажи, пожалуйста, на камеру, хрен вам не закроется. А там, хрен вам не дождетесь. Мама такая, я такой, вот вам мама ответит. И мама такая в камеру, хрен вам не дождетесь. Забавно было. Так вот, я вам отвечу, опять же, так как у нас вебинар вот прямой, я вам отвечу прямо на этот вопрос. Мы создали... максимум, вот и продолжаем создавать, да, вы знаете об этом, максимум источников дохода. Все, что только возможно. Каждое из направлений независимо, каждое из направлений приносит деньги, перекрывает риски и так далее. Но на 100% никто не уверен в том, что мы завтра будем жить, правда ведь? Я могу выйти завтра на улицу, меня собьет машина. Или упадет кирпич на голову, или еще что-нибудь. Никто не застрахован. И вы знаете, меня долго мучил этот вопрос внутри меня. И потому что я отказывался, я говорил, вот у нас куча направлений, у нас физически невозможно ничего. По сути так и есть. Мы перекрыли все возможные риски. Ну а если? И я ответил себе на него, знаете, я себе ответил на него. Я сказал так, что если даже что-то вдруг случится, я людей не брошу. У нас даже в регламенте, точнее не в регламенте, а в, скажите, в договоре оферты в инвестициях у нас прописано, что если по каким-то ситуациям, форс-мажорам, что-то не еще, начинают какие-то проблемы, холдинг есть один год, чтобы полностью возместить потери людям. Я лично это написал. Я не брошу людей. Те люди, которые были со мной в прошлой компании, в которой я был лидером просто, да, я пошел на честное слово основателя, а он меня кинул. И я остался должен людям 200 тысяч долларов тогда, которые просто поверили в мое слово. Я не был виноват. Меня также подставили. Но я с этими людьми рассчитался, потому что я дал свое слово. И то же самое слово я даю вам всем. Каждому, кто является или будет когда-то являться членом GMMG Holdings, я вас не брошу. Понятно? Вопрос в том, кто не бросит меня в такой момент.
Поэтому мы продолжим делать максимум источников всегда. А всем, кто интересуется на этот вопрос, так и говорите. Мы семья. И если мы встрянем вместе, мы и вылезем, блядь, вместе. Это вы, как крысы, если корабль тонет, начинаете разбегаться. А мы как семья поступим. Если даже вдруг все вот это нас подведет, если даже вдруг, да и хер бы с ним. Создадим что-то новое, еще более крутое. Получим опыт, получим знания, получим связи, сделаем еще лучше. Запустим и еще больше заработаем. Всей семьей, вместе, так же. Вот моя идеология. Вот это моя идеология. Не прятаться от проблем, не бояться каких-то трудностей, а брать и решать, брать и делать. Я всегда так делал и всегда буду делать. Поэтому будьте уверены. Будьте уверены просто. Здесь вы находитесь в полной безопасности. Я это лично вам говорю. И я за это отвечаю. Ладно? Кто-то пишет, что прослезился. Я тоже прослезился на самом деле. Потому что, ну правда, вы знаете, это накипело просто. Это просто реально накипело. Меня достали люди, которые пишут, вот знаете, с такими каверзными вопросами какими-то там, пишут гадостные комментарии, какие-то негативные отзывы, клевету какую-то и так далее. Вот реально неприятно, когда столько стараешься для рынка, но все равно находятся твари, которые вот так себя ведут. Но на самом деле я потом понял и принял это, что ну, это несчастные люди, которым ничего в жизни не остается, кроме как негативить, потому что внутри нет счастья. Понимаете, именно поэтому они себя так ведут. Внутри них нет совершенно ничего теплого, нет любви, нет хороших эмоций, ничего. Они пустые, поэтому себя так ведут. А мы с вами не такие. Когда я выступаю в залах, я вижу ваши глаза. Даже через эту камеру я вижу сейчас ваши глаза. Вы можете мне не верить, но это так. И я чувствую вас прямо сейчас. Я чувствую, как ваши глаза сейчас наполняются чем-то вот. Чем-то таким осмысленным, когда вы действительно не просто являетесь частью чего-либо, каким-то вот просто партнером или человеком, который пришел немножечко денег заработать, вы являетесь членом семьи. И с этой семьей мы пойдем до конца. В этом я вас заверяю. И все только начинается. Все, окей. Теперь поплакали, порадовались, поддержали друг друга. Теперь наша с вами задача перейти к позитивным новостям. Готовы? Все слезы вытерли? Я вытер. Давайте вот последнюю вытираю и погнали по новостям. Когда бухать пишем будет Сергей, Сергей, я не пью алкоголь. С 3 января я нахожусь в режиме, я не пью алкоголь, ничего не употребляю, я тренируюсь ежедневно. До этого мне надо делать, понимаешь? Некогда пить. Все, поехали. Значит так, до конца января. Первое. Я обратил внимание на то, что вам нравится лотерея вообще в целом. Кому нравится лотерея, поставьте плюсы в чат. Вот кому интересно свои силы попробовать. Вот просто зайти вот так с утра, поиграть в лотерею. Кто-то лото до сих пор, да? Кто, блин, лото покупает в киосках? Я знаю, что покупаете по-любому. Какие-то лотерейки по 10 рублей и так далее. Знаете, что я для вас придумал? У вас будет классная возможность. У вас в кабинетах будет отдельная вкладка, где будет лотерея 1 к 3. То есть каждый третий билет будет выигрышный и приносить x2. То есть, например, билет там за 100 доброкоинов выигрышный будет приносить 200 доброкоинов. И при этом еще будет партнерская программа за каждый купленный билет вашим нижестоящим партнерам. То есть вот это уже будет до конца января, чтобы вы могли поразвлекаться. Там будут разные билеты на разные стоимости, и это будет в доброкоинах.
То есть вот таким вот образом вы сможете хоть каждый день развлекаться и действительно гарантированно каждый третий билет будет выигрышный. Еще партнерская программа. Да, то есть от каждого купленного билета вашим партнерам вы будете зарабатывать начисления. Все это будет работать только на Доброкоине. То есть таким образом мы еще сделаем спрос азартный на Доброкоин. У меня есть идея, как развить это значительно глобальней. Да, то есть намного дальше, намного сильнее, намного круче. Но этому, до этого еще пока не дошло. То есть это пока в моей голове, у меня в планах, на бумаге, и я не могу пока этим с вами делиться, потому что это еще не готово, не реализовано. То есть, ну, развитие этого всего дальнейшее. Вот это уже готово. Система это есть. И до конца января вы сможете ей пользоваться. Будет вам интересно. Далее. Сайт SBR, на котором вы сможете все покупать, продавать, арендовывать, сдавать за Доброкоин. Также конец января, начало февраля, то есть первая неделя, мы его заканчиваем и запускаем. Я прошу прощения за задержки, просто на нас действительно, знаете, такая вот лавина просто снизошла идей, и мы сейчас все реализовываем по мере возможности, потому что идей действительно очень много крутых, и мы стараемся успеть все. И успеем. Так что не переживайте. То есть конец января, начало февраля сайт SBR. Да, это аналог Авито, где вы все продаете, покупаете, сдаете, арендовываете за Доброкоин. Далее. У нас с вами началась разработка собственной платежной системы. То есть, ну, аналог Адвокэша, да? Уже началась разработка собственной платежной системы. Вот за это я хочу отдельно поблагодарить нашего директора IT-отдела Виктора Гущенко, который прямо сейчас находится в этой комнате. Давайте, пожалуйста, этому человеку напишем, какой он крутой чувак. Я даже не знал, что он начал это делать. Я загрузил его огромным количеством работы. Я дал ему целую кучу задач. Этот человек, находясь вместе со мной в тренинге, в потоке, мы совместно проходим один тренинг, он еще успевает заниматься платежной системой, помимо всей той нагрузки, которую я ему даю. Давайте скажем ему, какой он крутой чувак просто. Скажем, Витя, ты красавчик просто. Вот от меня лично, ты замечательный человек, ответственный, активный, все люди тебя любят и поддерживают. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для всего GMMG Holdings. Ты красавчик. Это все тебе. Вот спорим, он сейчас слезу пустил, ребят. Представляете, Виктор сейчас сидит такой, как мило. 100% так и есть, я вам говорю. Он плачет сейчас просто. Он уже убежал к жене. Он сейчас... Там такие люди. Он залил клавиатуру слезами. Все, да. Супер. Но это еще не все. Платежная система — это здорово, да? Там, естественно, будет интеграция с Доброкоином. Много всяких интересных нюансов. Ну, классное. Совершенно в другом. Смотрите. Кто хотел бы приходить, например, в любое заведение, магазин, ресторан, что бы то ни было, заключая предварительно договор с этим заведением, вы приходите со своим смартфоном, прикладываете свой смартфон к определенному терминалу или другому смартфону и оплачиваете любую услугу за Доброкоин моментально. Кто бы хотел, поставьте пятерку в чат. Кто бы хотел. Вот специально для вас запускается в этом году мобильное приложение сразу к платежной системе, которое будет работать по формату продавец-покупатель. То есть магазин подвязывает свое, у магазина одно приложение, у покупателя другое приложение. Понятно, да? То есть, если вы магазин, вы скачиваете определенное приложение, подвязываете это все к платежной системе, привязываете туда свой товар к определенным наценкам, ярлыкам и так далее. После того, как весь ваш ассортимент сюда подвязан, любой человек, пользующийся нашей платежной системой, может прийти к вам и оплатить в касание любую услугу. Это будет в этом году и далеко не в конце. Так вам, для затравочки.
далеко не в конце. Понятно? То есть вот это немножечко об интеграции с наземным сектором. То, что сегодня работает в Якутске, через полгода будет работать по всему миру. И при этом вы будете действительно расплачиваться касанием. Да? Зашло? Мы когда с Виктором это обсудили, взрыв мозга был. А за идею огромное спасибо топ-лидеру якутской команды Матрёне Савиной. Знаете, как это произошло? Мы сидели с ней, общались по телефону, и она такая говорит: блин, Артём, вот было бы классно, если бы вы что-нибудь придумали, чтобы можно было вот прям магазин подключить, и чтобы мы как-то могли оплачивать этому магазину, то есть прям доброкоинами напрямую, не из кабинета в кабинет, а как-то вот это делать. И тут мне стреляет идея. Я говорю: так, Матрёна, ты умничка, все, спасибо тебе. Я ей рассказываю то, что у меня возникает в голове. У Матрёны восторг. Я тут же бросаю трубку, набираю Виктора, рассказываю ему, у Виктора просто эйфория. Он говорит: вау, мы сейчас это реализуем, это вообще будет супер. То есть, ну, вот таким образом у нас возникают различные идеи. Понимаете, как это работает? Поэтому, кстати, друзья, если у вас возникает какая-то крутая идея, обязательно пишите это в техподдержку с пометкой «идея». Пометка «идея» направляйте в техподдержку. Если там что-то стоящее, интересное, крутое, это обязательно дойдет до меня, и я выйду на вас. И мы что-то придумаем с этим. То есть мы это интегрируем. Отправляйте свои замечания, какие-то, может быть, улучшения и так далее. То, что бы вы хотели видеть. Отправляйте, мы с радостью будем улучшать сервис для наших партнеров. Договорились? В техподдержку с пометкой «идея». Окей? Принято? Так, дальше. Приложение. Я очень красиво пишу, я знаю. Помните, да, что у нас для, как он называется, Play Market. Для Play Market приложение, которое заменяет сайт, уже вышло пару недель назад, или больше даже. Для App Store, то есть для iPhone, это приложение выйдет примерно в течение 2 недель. И здесь я хочу сделать акцент. Запомните мои слова. Это может быть очень крутой сюрприз. Вот прям нереально крутой. Связанный вот с этим. Я пока не могу вам сказать, что именно, потому что это еще не точно. То есть это примерно на 99%, да, Виктор? Примерно так. Но это еще не на 100%. Для Android уже готово, вы можете им пользоваться. Официальное приложение, которое называется JMMG Backoffice в черно-золотом цвете. Для Android в Play Market вы уже можете скачивать. Виктор, если можешь, продублируй, пожалуйста, сюда ссылку на скачивание, если получится. Так вот, когда это выйдет на App Store, вас может ждать такой сюрприз, от которого вы просто будете в шоке. Вот мы с Виктором, когда техподдержка ответила, точнее Виктору ответил, а он это переслал, я не поверил своим глазам. Вот я просто не поверил своим глазам, что это вообще возможно. Поэтому сюрприз запомнить, связанный с выходом на Play Market, приложение для вот iOS. Если это все стрельнет, вы офигеете, вот честно. Договорились? Это будет интрига. Просто я говорю, это на... Важно, документы. Я думаю, многим из вас интересно, что у нас по документам, что по регистрации холдинга и так далее. Смотрите, что у нас произошло. В конце декабря нам пришел ответ от Минюста о том, что нам необходимо внести коррективы, да? И в силу того, что первые 2 недели, особенно в Адыгее, блин, вы не представляете, как работают структуры в Адыгее, это просто капец. Я все детство и юность прожил там, и поверьте мне, вот Адыгейская пятница, например, чтобы вы понимали, это конец рабочего дня в обед, даже если написано, что работают до 6.
это обед с 10 утра до 2 часов дня, и потом все, рабочий день заканчивается. Вот, то есть есть такие моменты. И поэтому, пока были праздники, там вообще сделать ничего было невозможно. Уже завтра наши люди направляются туда со всеми корректировками, и нас заверили, что в этот раз с принятыми корректировками будет точно все готово. Да, соответственно, крайний срок февраль, мы уже получаем готовые российские документы. Вот, поэтому я, опять же, прошу прощения, что здесь выдалась такая заминка, мы должны были получить документы к мероприятию в конце декабря, но вот так вот сложилось. Но теперь нас заверили, что будут 100%. Понятно, да? Ну, насчет на лабу тоже не без этого. Но здесь надо уметь быть гибким, понимаете? Надо уметь быть гибким. Так, едем дальше. Ай, ну что, готовы к самому главному? Повышение ДБР. Повышение курса ДБР. Готовы? Сейчас ракета стартовать будет. Повышение курса ДБР будет 31 января в 12:00 МСК. Это, кстати, пятница. Я решил сделать так, чтобы прямо вот у вас пришли начисления, вы их сразу же могли продать в два раза дороже. Вот так вам. Вот так вам. Всем хорошо. Ух, еще докупим. Блин, ребят, вот честно, каждый из 60 тысяч партнеров счел своим долгом написать или позвонить мне и спросить, когда будет повышение ДБР. Я устал разгребать соцсети. Перестаньте мне наяривать. Я вас прошу. Обращайтесь через лидеров. Лидеры все знают. Это с ума сойти можно. А, четверг, да? Значит, я неправильно понял. У меня почему-то в календаре было написано пятница. Ну, четверг, значит. Значит, четверг. Просчитался немножко. Окей. Все, принято, да? Все поняли? 31 января в 12 часов по Москве дня. Окей? Готово? Супер. Супер. Так, ну а теперь у нас начинается самое интересное. У нас начинается самое интересное. Знаете, что это? Это наша лотерея с вами. Вы готовы узнать логины призеров? Напишите да или нет. Вы готовы узнать логины призеров, которые прямо сегодня уже получат открытые депозиты на своих логинах? То есть даже никуда ходить. Вы уже после вебинара. Да, видео нет, все нормально. Видео и не должно быть. Видео и не должно быть. Прямо сейчас, буквально подождите минутку, я сейчас устанавливаю приложение для показа экрана. Что-то я пропустил этот момент. Сейчас, одну секундочку. Меня слышно же, да, нормально? Звук есть, да, меня слышно. Так, смотрим. Смотрим сейчас на экран. Должен быть показан мой экран. Видно? Видно мой экран? Да, видно. Отлично.
Прямо сейчас я перейду на генератор случайных чисел. Значит, смотрите, что мне нужно будет сделать сейчас. Я закрою чат. Я закрою чат, чтобы вы не сбивали сообщениями логины тех участников, которые выиграют. Окей? Если кому-то что-то не видно, вы это сможете посмотреть в записи. Вы это сможете посмотреть в записи. Запись мы предоставим крайний срок завтра. Договорились? Все, значит, прямо сейчас я закрываю чат. Я закрываю чат. Все. Теперь я перехожу в генератор случайных чисел. Как я уже говорил, у нас с вами 400 участников. Вот вы видите, я в Гугле открываю. Давайте обновлю страницу. Минимум у нас один, максимум 400. Итак, прямо сейчас, нажав на кнопку «Сгенерировать», я покажу вам порядковый номер первого победителя, который заберет приз в виде депозита 100 тысяч доброкоинов. То есть прямо сейчас в первую очередь мы разыграем 3 приза по 100 тысяч доброкоинов, потом один приз на 250 тысяч доброкоинов и один приз депозит на 500 тысяч доброкоинов. Ну что, поехали. Первый приз под номером 176. Виктор, я попрошу прямо сейчас тебя скинуть логин этого человека. То есть еще раз я вам показываю. 176. Виктор, логин этого человека в чат, пожалуйста. Логин этого человека. Кто у нас находится? Кто этот счастливчик под номером 176, который прямо сейчас получил депозит на 100 тысяч доброкоинов? Логин Жумагуль63. Я открываю чат. Вы находитесь здесь сейчас? Жумагуль63, вы здесь? Вы здесь или нет? Напишите сейчас в чат, вы здесь или нет. Остальные партнеры, в принципе, могут пока поздравить этого замечательного человека, который прямо сейчас выиграл свой депозит. Это депозит на 100 тысяч доброкоинов. Прямо сейчас на этот логин уйдет депозит на 100 тысяч ДБР. Прямо сейчас. Поехали дальше. Выключаем снова чат. Снова выключаем чат. И мы разыгрываем второй приз на 100 тысяч ДБР. Прямо сейчас я снова нажимаю кнопку «Сгенерировать», и мы увидим второе число. И это число 214. Виктор, кто у нас находится под номером 214? Какой логин? Какой логин у нас находится под номером 214? Кто у нас второй победитель, который получает 100 тысяч доброкоинов депозит? Логин Майорова 94.12. Майорова 94.12. Прямо сейчас пишите в чат, вы здесь или нет. Майорова 94.12. 100 тысяч доброкоинов прилетает вам прямо сейчас. Есть? Вы здесь или нет? Напишите в чат. Важно видеть, чтобы вы были здесь. Надеюсь, вы тут. И вы вот получите эти все эмоции. Это здорово. Мне очень нравится, когда такие эмоции люди получают. Это класс просто. Якутия, красавцы, Матрёна, передавай привет и поздравления. Так, ну что, я снова перекрываю чат. У нас есть победитель из Якутии и Кыргызстана. А теперь мы продолжаем. Сейчас будет разыгран последний пакет на 100 тысяч доброкоинов, а дальше у нас пойдут призы на возрастание на 250 и 500 тысяч доброкоинов. Итак, последний приз на 100 тысяч доброкоинов в виде депозита получает человек под номером 136. Номер 136. Кто у нас находится под номером 136, Виктор? Картип 94, чат разблокирован. Вы находитесь в этом чате или нет? Вы находитесь сегодня с нами? Картип 94, вы здесь? Вы лицезреете свой успех, свою победу прямо сейчас или нет? Напишите в чат.
Я очень надеюсь, что вы здесь и получаете от этого приятные эмоции. Ну что ж, у нас остается два приза. Это 250 тысяч и 500 тысяч доброкоинов. И прямо сейчас мы разыграем приз на 250 тысяч. Поехали. Итак, депозит на 250 тысяч доброкоинов получает человек с порядковым номером 179. Кто этот человек, Виктор? Кто человек с номером 179? Кто сегодня получил депозит на 250 тысяч доброкоинов? Кто он? Алмаз 97, ты здесь? Напиши в чат, ты здесь или нет? 250 тысяч доброкоинов прямо сейчас депозит открыт на твоем аккаунте. Я поздравляю тебя от всей души. Ты здесь или нет? Супер. Ну что, напишите в чат, вы готовы к главному призу? 500 тысяч доброкоинов. Депозит в 500 тысяч доброкоинов. Вы готовы? Поехали. Поехали. Я блокирую чат и нажимаю кнопку, которая покажет порядковый номер человека, который прямо сейчас на своем аккаунте увидит депозит в 500 тысяч доброкоинов. Поехали. Номер 257. Кто этот человек, Виктор? Кто этот счастливчик, который сегодня забрал главный приз? Кто получил 500 000 доброкоинов прямо сегодня? Депозит стоимостью 10 тысяч долларов, а через 2 недели в 20 тысяч долларов. Ольга 1753. Вы здесь? Номер 257. Ольга 1753. Откуда вы? Мама Марины. Я вас поздравляю. Кто-то пишет 192, вам показалось. 257. Вот он. Я вас поздравляю. Ну что, друзья? Так, кто-то пишет 254. Пересмотрите в записи потом. 257. Я с глазами, у меня все нормально. Я хорошо вижу. Я вас поздравляю, друзья мои. Еще хотим лотерей, да? Вы еще хотите лотерей? А ну-ка напишите в чат, кто еще хочет лотерей? Кто хочет еще лотерей? Напишите в чат. Кто еще такого хочет? Ну-ка напишите в чат. Кто хочет еще? Ну давайте мы с вами так поступим. Я не обещаю, но может быть, именно вот в этот день, 31 января, будет объявлена очередная лотерея с депозитами, с призами в виде депозитов ДБР. Я вам не обещаю, но возможно, скорее всего, даже я бы сказал, 31 января, вы узнаете о новой лотерее. Договорились? Мы с вами договорились? Кто выиграл, это не просто партнеры. Кто выиграл, это люди, открывшие депозиты, пакеты Pro с 12 декабря. Окей? Есть. Так, отлично. Еще важное уточнение. У нас уже есть, по-моему, М5. Насколько я знаю. Виктор, у нас есть М5 или D1? Напиши, пожалуйста, в чат. Есть у нас М5 или D1 в инвестициях? По рангу, вообще максимальный ранг у нас в инвестициях какой сейчас по всей системе? Вот просто, чтобы все видели на все услышания. Я хочу, чтобы все это знали. Напиши, пожалуйста, в чат, какой ранг у нас на сегодня максимальный.
М5 это, да, М... так, Зинаида пишет М5, но М5 у нас не один на сегодня, насколько я знаю. Так, окей. В общем, что я хочу вам сказать. Кто приедет на день рождения холдинга 2019 года? 23 декабря 2019 года. Кто приедет? С кем мы лично увидимся? Поставьте пятерку в чат. Это 100% будет Москва. Я вам сразу скажу. Это 100% будет Москва. С кем мы увидимся на этом мероприятии? 23 декабря 2019 год. Это будет огромный зал, это будет очень мощно. Помните, я говорил о том в новостном видео, что тот, кто первый закроет директора второго уровня, ранг в инвестициях, тот заберет мою BMW 760 Li. Это 6-литровый V12, сумасшедший двигатель просто, который рвет все, что можно. Это машина, на которой ездить настолько комфортно, что даже Maybach по сравнению с ним для меня не комфортен. Вот, и вот с этой, блин, своей частичкой души я расстанусь в пользу того, кто первый закроет D2. И этот приз на глазах всех партнеров в красивой подаче с ленточкой красной, замечательной, этот человек получит прямо на мероприятии. Если захочет, уедет на нем домой. Окей? Вот так вот это произойдет. Захотите, домой уедете, захотите, транспортной компании отправите. Вот так это будет происходить. 23 декабря 2019 года эта машина уедет в какой-то из городов, я не знаю в какой, кто первый закроет. Но это будет очень эффектно, это будет очень красиво. Тот, кто первый достигнет D2, вы, блин, будете в полнейшем восторге. Я сделаю это так, чтобы этот подарок стал по-настоящему незабываемым для вас. Ладно? BMW 760 Li, вот написано. Вот так. Теперь. Я хочу вам сказать последнее. Нет, если вы закроете раньше, вот кто первый закроет, тот эту машину и заберет. Но заберет он ее именно на мероприятии. То есть это будет показательно. Вы будете чествованы перед всеми партнерами. Первый, кто сделал этот ранг. Вы будете получать аплодисменты, овации всех людей под эти овации. Уедете на своем автомобиле новом. Окей? Вот так это будет. Нет, это не кроссовер. Это 7-я BMW. Это бизнес-класс. Точнее, не то, что бизнес, это премиум-класс автомобиля. В котором ты едешь и понимаешь, что ты, блин, состоялся в жизни просто. Вот так это. Вот так это происходит. Теперь. Что касается живых мероприятий, друзья, последний момент на сегодняшнем событии. 26 января я буду проводить мероприятие в Якутске. Это будет презентация, это будет обучение для партнеров, это будет лидерская встреча. Все это будет происходить за один день. Поэтому, если вы находитесь территориально рядом, хотели бы здесь поприсутствовать, организатор этого мероприятия Матрена Савина. Найдите ее в любом из чатов. Она есть в чате ВКонтакте, в чате в Телеграме, в чате в Скайпе, насколько я знаю, тоже ты должна быть, да, Матрена? И вот обратитесь к ней, она вам скажет, как попасть на это мероприятие. Окей? Это будет Якутск. Это первый город, который забронировал меня на январь, да, то есть я вам говорил о том, что нужно меня бронировать на ближайшие полгода, потому что дальше я выступать в городах не буду, у вас остался ровно один вот промежуток вот этот, полгода, когда можно меня пригласить, чтобы я на вашу аудиторию выступил. Я напоминаю, что это должен быть зал от 300 человек, 300 плюс человек, понятно, да, то есть минимум 300 человек должен быть зал. С 29 января по, скорее всего, где-то 13 февраля меня не будет в стране. То есть в эти даты меня нельзя забронировать. Ну и в принципе до этих дат осталось меньше месяца, поэтому ну, вообще у нас мероприятия бронируются за месяц до их проведения, до предполагаемой даты проведения. Поэтому,
Ребята, я вас попрошу сейчас. Я оставлю свой WhatsApp, кто его еще не знает. Но я очень прошу вас, не надо мне писать вопросы по маркетингу, по подорожанию доброкоина, еще чего-то. Всякой билиберды, которую вы можете спросить у своих вышестоящих. Не забывайте, пожалуйста, что у меня очень много дел, И я не могу разжевывать каждому партнеру все его вопросы. Обратитесь в техническую поддержку, обратитесь к вышестоящему спонсору, обратитесь в чаты. В каждом из этих трех направлений вас либо перенаправят на кого-то, либо смогут помочь. Договорились? А по моему номеру +7 953 070 50 88, вот этот WhatsApp используйте для того, чтобы написать мне о мероприятии. Если вы лидер в каком-то городе, какой-то стране, и у вас есть вот такая вот аудитория, готовая прийти на мероприятие, напишите мне, и мы будем согласовывать ближайшее мероприятие на ближайшие полгода. Я хочу активно отдать себя в сеть вам на полгода, чтобы вы смогли раскачать. И дальше я это переложу на лидеров. Дальше вы будете летать, я не буду. Я буду выступать только на больших мероприятиях, а вы будете летать по регионам. Понятно, да? То есть у вас осталось совсем немного времени. 6 месяцев. В середине этого года я полностью прекращу это делать. Поэтому, кто хочет организовать мероприятие со мной, обращайтесь. Василий, это криптовалюта. Криптовалюта на сегодня не облагается налогами. Понятно? Все. Вот это последний момент. Так что, друзья, я еще раз прошу вас помнить, во-первых, о том, что у нас в этом месяце запускается и жилищная программа, и автопрограмма. Кстати, Виктор, напиши, пожалуйста, ссылку в чат на чат на жилищную программу. Пока я вот с людьми заканчиваю, напиши, пожалуйста, в чат ссылку на жилищную программу в WhatsApp. Я тебя просил вначале ее взять. Так вот. Автопрограмма будет там же, мы на том же сайте, на сайте Good for People. Завтра у нас запускается регистрация на жилищную программу, на программу стоимостью 30 тысяч долларов на 5 лет. Все желающие в нее, welcome. Вот, да, заблокирую сейчас чат, пожалуйста. Смотрите. Так, стоп. Чат заблокирован. Вот, Наталья Рыбникова скинула ссылку на чат. Прямо сейчас потратьте минуту, перейдите по ссылке, сохраните ее себе куда-нибудь. И те люди, которые реально, вот не просто посмотреть, что это такое, а те, кто действительно хочет зайти в программу недвижимости, перейдите по этой ссылке, либо напишите в WhatsApp Валентине, номер также указан в чате. Она вас добавит в этот чат. Ваша задача... попасть в этот чат. Точнее, зарегистрироваться. Все отлично, спасибо. Ссылка. И по номеру переходите по ссылке и попадете в чат. Завтра там будет вся информация. Так, дальше. Я напоминаю еще раз, что инвестиционное направление с сегодняшнего дня работает только на доброкоинах. Депозиты можно открывать только в доброкоинах. Вы запомнили? Вы запомнили то, что нам нужно? Нам нужен спрос, нам нужна наземная активность максимальная, да, то есть и ваша ясность, кто мы друг другу. Либо мы пришли просто друг друга использовать, чтобы заработать денег, либо мы семья. Я вам объяснил свою позицию, то, как вы будете относиться к холдингу и ко мне лично, решать лично вам. Далее, помимо этого, до конца января у нас, я напоминаю, запускается с вами лотерея, где каждый третий билет будет выигрышный. Помимо этого, запускается сайт SBR. Мы начали разработку собственной платежной системы и приложения, с помощью которого вы сможете в магазинах оплачивать все, что угодно за доброкоин. Помимо этого, приложение в Apple скоро также появится на iOS, и документы, и дата проведения, дата подорожания ДБР. Помимо этого, мы с вами обсудили поездки, да, то есть, опять же, если вы готовы организовывать мероприятие, вот мой WhatsApp, только по этому поводу, я прошу,
не надо лишних глупых вопросов. Я вас очень прошу. У меня очень ограничено время, и я не могу отвечать на все вопросы. Договорились? Я надеюсь, вы с этим, к этому с пониманием отнесетесь. Все, добавляемся в чат. Ну и теперь осталось только одно. Осталось только одно. Как всегда, в конце каждого вебинара я разблокировал чат, можете делиться эмоциями. В конце каждого вебинара мне хочется поделиться с вами немножечко своей энергетикой. За последние две недели я очень-очень много работаю над собой. Очень много. То есть я каждое утро, чтобы вы понимали, мы просыпаемся. Вот Виктор, я, Матрена Савина с нами. Еще Сергей Макаров с нами, еще одна девушка Наташа из Украины, она также с нами. Все эти люди, вот 5 человек нас в одной команде, мы проходим один и тот же тренинг. И каждое утро мы встаем в 5:30, да, примерно, до 6 утра мы просыпаемся. Каждое утро мы ходим на пробежки, мы занимаемся, там, качаем пресс, каждое утро мы читаем полезную литературу, мы выполняем различные задания, очень много работаем над бизнесом, над личностным ростом, над телом, над духом, над здоровьем, над всеми сферами жизни. И это очень положительно сказывается на вообще всех делах в целом. И поэтому я вам хочу еще одну новость дать. В скором времени я запущу внутри холдинга специальные чемпионаты, специальные тренинги, которые будут выводить вас из вашего равновесия, которые будут выводить вас из зоны комфорта, которые будут выводить вас на совершенно другой уровень жизни, мышления, понимания, восприятия всего. То есть все сферы вашей жизни начнут чудесным образом преображаться. И скоро очень мы это сделаем. Отдельно я об этом еще сообщу. Я думаю, скорее всего, в февральском вебинаре мы уже объявим дату запуска тренинга. Прямо сейчас я прописываю программу. И уже, я думаю, в конце февраля каждый из вас может в этом поучаствовать. Это будет увлекательно, это будет захватывающе, это будет тяжело, это будет просто мозговзрывающе, но каждый из участников за время тренинга почувствует просто сумасшедшие прорывы. Вы сможете раскрыть себя по максимуму. Я поделюсь с вами всем тем, что меня привело к сегодняшнему меня, к сегодняшнему мне, вот так вот правильно будет. Что я использовал? Какие техники, какие книги, какие достижения, тренинги, все абсолютно. Все то, что делает меня тем, кто я есть. Если вы еще не знаете, мне 26 лет, ну есть чем похвастаться, грубо говоря. Есть, конечно, ребята, которые в 16 достигли больше, чем я сегодня. Но я стараюсь об этом не думать, я стараюсь благодарить жизнь за то, что у меня есть. И несмотря на все препятствия, которые я прошел, многие не знают, сколько в жизни я преодолел. Я горжусь тем, что есть у меня сегодня. Ведь не было бы всего того, не было бы меня сегодняшнего. И именно поэтому я решил поделиться с вами всем этим, чтобы каждый из вас смог раскрыть свой потенциал на максимум. И это будет проходить сугубо в рамках GMMG Holdings. Поэтому ждите в феврале по этому поводу новостей. Ну что, мы с вами отправляемся спать сегодня. Отправляемся спать довольные, счастливые, с выигранными призами, с полученным позитивом, семейным, хорошим настроением. Я желаю вам по-настоящему перспективного и успешного месяца. Я жду от вас заявок на проведение мероприятий. Я жду вас в жилищных и автопрограммах, в программах благотворительности и краудфандинга. Я обещаю вам, что все, о чем я говорю, будет делаться. Я даю вам свое слово. И я сдержу его, несмотря ни на что. Вы это знаете. Поэтому на этом мы с вами заканчиваем. До встречи в феврале на самом главном вебинаре предстоящего месяца. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Артем Кабанов. Люблю вас. Пока.